мы идем в люди. Дельфинарий. На 4 часа билет. Вику еле-еле будем. Никак не хочет просыпаться. Мы на такси доедем, обратно пешочком. 4 часа, время уже 4 час. Мы собрались. Жду девчонок. И такси не пришло, идем по Лазаревскому. Ну, прошли тут ряды. Хоть так посмотреть город. Город или что это Лазаревское? Это же не город, наверное, да? Поселок. Сейчас прям народу, наверное, дельфинарий. Все прям очередь стоят. Одеться, обуться можно. Еще мы хотим на рынок. Вот, кстати, дорога железная. Еще чуть-чуть. Мои девчонки идут. И куда мы с тобой идем? На море. Не, мы не на море же. Мы же в дельфинарии. Забыла? На море нам близко. А в дельфинарии-то да. Ну ладно, сходим. А мы все идем. Идем. Смотрите, как красиво. Вот там вот наверху небо. Опять идем по небу. Большие здания есть. Ели, пихта. Переходим. Ну, наверное, вот как бы это центр Лазаревского, я понимаю, да? Нет еще? А где центр? О, смотрите, там качельки, бургеры. Красота. Все, во, вкусненького, рыбка. Ну, я вот рыбу тут как-то на юге столько жарю, но я боюсь такой закупать. Был такой случай. Купить. Ну, тоже так, торговые ряды. Идем, все, идем. Куда нас Аня ведет, не знаем. Смотрите, какая дорога. Дорога. Это мы парк проходим. Что тут вот есть? Лодочки. Ну, мы тоже туда пойдем. Для взрослых. Даже не знаю, какой вкус. Есть для мужчин, наверное, есть для женщин. Пьяная вишня, гранат виски, голубые гавайи, пина колада, текила. Ну, я думала, что-то интересное. Сникер, сливки, пломбир. О! Но закрыто. Пока мы идем, много всего увидим, кстати. О, конечно. Я там, меня уже там с этим, с давлением снимите. Вот оно. Вот оно. Ужас какой, какой ужас. Я там это умру, наверное. Конечно. Я вон опять, вон море видно. Практически пришли. Куда-то нас дождь привела. Вон. Пошли обратно. Видишь? Мы уже взяли. Еще. Вон какой зоо, пингвинарий. Это пингвинарий. Смотрите, там пингвинарий. Может, там что-то капает, Ира. Что-то капает. Смотрите, как интересно. Да. Вот интересно, наверное, в дельфинарии снимать нельзя. Если получится, то обязательно сниму. Ну, конечно, развлечение, ну, любой каприз за ваши деньги, как говорится. Чего только нет. Савариум, динопарк, зоопарк, дельфинарий, вот Колизей. Мы идем сюда. Мы сходили на выступление, прям, ой, как здорово. Все, я вам выставлю, что сняла, покажу. Смотрите, здесь чего только нет. Зоопарк, дом великана, сад бабочек, океанариум, пингвинарий. Только нет туалета. Thank you.
Я морально готовлюсь к колесу обозрения. Все-таки надо рискнуть и посмотреть. Вон оно там. Это в следующем выпуске. И Коля у нас пошла кататься. Ловим рыба. Уже на улов две штуки. Да куда ты все тянешься? Вот сюда ближе. Мы не ищем легких путей. Конечно, давайте весь аквариум оббежим. Вот здесь такой не был, да? Вот куда мы полезем? Большая. Ты так все сейчас выловишь. Вот сюда, вот твой улов-то. Вон твое ведро-то. Ой. Что-то я очкую. Все. Мы сейчас еще немножко, уже Викуля устала, пойдем домой. Ну и в принципе цены что-то на колесо обозрения 500 рублей. Ну, дороговато, прям дороговато. И я боюсь. Давайте так посмотрим. И мы сейчас еще немножко...